Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. Как избавиться от мышей? Я очень признателен, если это видео распространите в соцсетях, многим принесет пользу. Это самое лучшее средство в мире, если хотите так. Сейчас вы сами убедитесь, сейчас я вам расскажу. Сначала покажу своих котов, которые не ловят мышей. Вот видите, наш британец, вот наш мейн-кунище. Мышей они не ловят. И, кстати, это не только у нас, вообще породистые коты не все ловят мышей. Так вот, и это средство еще вот именно для домохозяек и брезгливых подойдет, которые не хотят мышей с капканов доставать или с ловушек. И также, чтобы, ну, допустим, есть мыши, есть кот и не ловит их. Ну что тогда делать? Отравы не потравите, потому что домашнее животное может погибнуть. Тогда вот средство такое вот есть, которое выведите их раз и навсегда. Дедовский способ, самый проверенный. Это берем березовый деготь, берем ватный диск, смачиваем. Некоторые люди пользуются перечной мятой. Перечная мята неплохая, но березовый деготь — это моментально средство избавит вас от мышей. В тех местах, где у вас есть дырки, желательно найти дырку, конечно. Вот у нас тут дырочка. Сейчас мыши просто бегут с полей. Мы на окраине живем, поэтому мыши у нас тут лазят на окраине города. И мыши с полей бегут. Квартиры, в дома частные. Другим способом можно избавиться. Отпугивающее средство самое лучшее. Не будет ни у вас, ни у соседей мышей. Подписываемся на канал. Всем пока.